Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусные домашние котлеты. По этому рецепту котлеты получаются очень нежные и сочные. А самое главное, что я их не жарю. К фаршу добавляем одно яйцо. С помощью блендера измельчаем одну луковицу. И добавляем к фаршу. Мягкую часть батона заливаем водой или молоком. Даем постоять 1 минуту. После чего отжимаем и добавляем к фаршу. Подсаливаем. Перчим по вкусу. И все хорошо перемешиваем. Далее я нарежу сыр на небольшие кусочки. Порционно берем фарш и распределяем его по ладони. В центр кладем кусочек сыра и закрываем фаршем, формируя котлету. Котлеты я переложила в пакет для запекания, и теперь его нужно подвернуть. С помощью зубочистки делаю несколько проколов. Все, отправляем в духовку. Температуру устанавливаем 180 градусов на 40-45 минут. За 10 минут до готовности открываем пакет для запекания и даем котлетам подрумяниться. Котлеты получаются румяные, красивые, сочные и очень вкусные. Подать их можно с любым гарниром. Пробуйте, готовьте, такие котлеты получаются очень сочные и вкусные. А самое главное, что они не жареные. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю для вас подборку самых лучших, вкусных и простых рецептов. И еще подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну и всем пока-пока!